театральном сквере сегодня ловили лето. С погодой организаторам фестиваля городских центров молодежной политики повезло. На праздник пришли сотни новосибирцев. Шел из института, в итоге смотрю здесь, что-то да происходит, но решил остаться. Потом смотрю, шахматы разложили. Довольно-таки интереснее, так как довольно-таки объемные фигуры, то есть туда-сюда ходить надо, а не просто на месте сидеть. Да и просто вся обстановка, то, что это на природе, как бы солнце, довольно-таки приятно все это. Фестиваль городских молодежных центров «Лови лето» в Новосибирске уже традиция. Здесь каждый может найти себе занятие по душе. В сквере организовали 13 творческих площадок. Участие в мастер-классах бесплатное и без возрастных ограничений. Я обошел все площадки, сейчас иду, повторяю, уже конкретизирую, встречаюсь с молодежью, встречаюсь с организатором этих площадок. Вы знаете, как прекрасно, сколько много молодежи. И мы вот здесь, ветераны, мне 70 лет, а я здесь с молодежью. Вы посмотрите, какой я Дон Кихот. Прекрасно. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.